конечно, мне довелось лично познакомиться со Стивом Реймером, и я вам хочу сказать, что это совершенно неординарная личность. И я считаю, что нам очень повезло, что мы имеем дело с таким руководителем, с таким хозяином, потому что с его именем связаны огромные перспективы, огромные надежды, и это человек, слова которого не расходятся с делом. Я думаю, у вас тоже будет возможность в этом убедиться. Я уже говорила на своих презентациях, и сейчас еще раз повторю, что прошлый год был для меня очень значимым в этом плане, потому что в прошлом году произошли очень серьезные встречи с руководством компании, мы много путешествовали, и вот первый раз, собственно говоря, живьем я увидела руководителя нашей компании в Киеве, это было осенью прошлого года, и после конференции, которая была в Киеве, была объявлена ежегодная конференция в Лас-Вегасе, и мы туда решили поехать с мужем, для того, чтобы еще раз убедиться в том, что та возможность, о которой я сегодня вам рассказываю, это действительно возможность очень серьезная, и имеет смысл сосредоточить на ней все свое внимание. Вот я вижу, у меня Олеся написала, что у нее что-то зависло. У всех тоже зависло, или мы с вами видим и слышим? Если все в порядке со связью, пожалуйста, десяточки еще раз поставьте, ребята. Если у нас все в порядке со связью, жду ваши десятки. Спасибо, Сергей. Значит, Олеся, у вас что-то, видимо, с компьютером перегрузить. У всех остальных не зависло. Итак, повторяю, мы приехали в Лас-Вегас для того, чтобы познакомиться с руководством компании, для того, чтобы еще раз разобраться в этой теме, для того, чтобы прочувствовать все те возможности, о которых сегодня идет речь. Именно поэтому я сегодня говорю об этом во всеуслышание. Бизнес, который предлагает компания Access Corporation, он совершенно уникален. И я постараюсь вам об этом сегодня рассказать более подробно. Но прежде чем коснуться этой темы вплотную, хочу вспомнить те приятные дни, которые мы провели в Лас-Вегасе. И вы сейчас видите фотографию одного из самых фешенебельных отелей Лас-Вегаса. Это отель «Белладжо». Именно в этом отеле компания и проводила нашу конференцию, на которой собралось довольно много людей из самых разных стран. И практически из СНГ не было никого, были только мы с мужем. И было несколько человек русскоговорящих, которые живут постоянно в Америке. Вот. И, собственно говоря, вот в таком русскоязычном составе мы присутствовали на конференции. В то время как на ней было очень много людей из Китая, из Японии, из Канады, из Америки. И, конечно, люди эти приехали совершенно не случайно, потому что очевидно всем, что сегодня компания Access Corporation, можно сказать, берет реванш. И то, что она предлагает, совершенно уникально. И вот вы видите сейчас одну из фотографий. Это опять мы со Стивом Реймером уже в Лас-Вегасе. И я всегда с радостью показываю эти фотографии, потому что, ну, во-первых, мне очень приятно вспомнить эти встречи. Вот. Ну, я думаю, что вы тоже видите, что это за человек, с каким настроением он общается вообще со своими партнерами. И это, конечно, очень радует. Ну и вот начало нашего посещения Лас-Вегаса, буквально в первую минуту, как только мы вошли в отель, мы встретили сразу же нашего президента Боба Кинсуэ, совершенно тоже замечательный человек. Вот, и таким образом началась наша конференция, началось наше пребывание в Лас-Вегасе. И вот эта фотография, которую я всегда показываю, не устаю ее показывать, потому что этот человек является юристом компании, один из сильнейших адвокатов Америки. И во многом благодаря этому человеку наша компания успешно прошла проверку и доказала всему миру, что она работает абсолютно легально, что она не нарушает никаких законов и что все те огромные деньги, которые сегодня люди зарабатывают ежедневно в этой компании, это совершенно легальные доходы. И у нас с вами также есть возможность иметь к этим доходам отношение, тем более, что скоро грядет колоссальное событие. Компания планирует приехать в Москву. И это планируется 26 апреля. Буквально не так давно об этом говорил Стив Реймер на одной из своих конференций. Поэтому у нас с вами будет возможность убедиться в том, о чем я сегодня говорю, лично. Конечно, это возможность будет у тех, кто приедет на конференцию в Москву.
Возвращаясь к конференции в Лас-Вегасе, хочу вам показать несколько интересных фотографий. Это как раз те фотографии, которые я делала тоже сама. И вы видите, что происходило на этой конференции. То есть, кроме, конечно, огромного количества информации, которую мы получили, кроме ключевых заявлений руководства, о которых я еще буду говорить, связанных с профилем компании, с тем, что сегодня себя представляет эта компания. Вы видите еще вот такие интересные фотографии, да, то есть вот эта машина Mercedes X-класса, это просто подарки. Несколько таких машин было вручено лидерам компании по итогам их годовой работы. Можете себе представить, что ребята, которые стоят вот тут вдали на сцене, буквально за год добились тех уровней, которые позволили им не только зарабатывать ежедневно серьезные деньги, но еще получить вот такие неплохие подарки от компании. Что тоже говорит о том, что этот бизнес абсолютно реален для любого человека, если он на нем готов сосредоточиться. И второе, это говорит о том, что компания сегодня очень сильна, если она может себе позволить такие вознаграждения, кроме ежедневных выплат, которые мы все с вами уже имеем. Ну и сейчас давайте все-таки более подробно поговорим о компании, что она из себя на сегодняшний день представляет. И прежде чем рассказать о том, каким образом она сейчас работает, начну немножко издалека. Вы уже поняли, что компания Access Corporation была создана Стивом Реннером. И создана она была в 2006 году. Называлась она тогда iNet Global. И была она международным интернет-провайдером. Должна заметить, что тема работы в интернете, тема создания новых возможностей, бизнес-технологий интересовала Стива давно. И он начал ей заниматься еще в конце 90-х годов. Вот. И, собственно говоря, вот цифры, которые вы сейчас видите, эти цифры обозначают уже реальные, скажем так, шаги, моменты создания компании и периоды, которые она проходила. Так, в 2008 году была создана рекламная платформа, и все мы знаем сегодня, что эта платформа генерирует колоссальный трафик. Достаточно сказать, что сегодня свыше 4 миллионов посещений страниц в день обеспечивается благодаря этой рекламной платформе. Конечно, это колоссальная цифра, согласитесь. Рекламная кампания, которая может себе позволить такой трафик, это уже не просто кампания. Сегодня Access Corporation входит в 200 самых популярных сайтов России, 700 самых популярных сайтов мира. И является она на сегодняшний день рекламной компанией, технологической рекламной компанией, которая работает с клиентами, которая создает трафик, и вот такой огромный трафик уже сегодня существует. Далее компания развивалась, как вы видите, в 2011 году был создан поисковик Access. Это тоже очень серьезная веха в истории компании, потому что мы с вами знаем, что существует несколько поисковиков, таких как поисковик Google и так далее, мы с вами используем их. Но я бы сейчас сказала, что мы с вами их использовали. Почему? Потому что на сегодняшний день поисковик Access практически ничем не отличается от Google. Единственное его отличие, самое основное, состоит в том, что люди, которые используют наш поисковик, поисковик Access, получают за это деньги. Те, кто использует Google, как вы знаете, никаких денег за это не получают. И согласитесь, что отличие достаточно серьезное. Поэтому всем, кто уже имеет дело с компанией X Corporation, я просто советую установить на своем рабочем столе именно наш поисковик, потому что каждый день все мы, кто работает в интернете, используем так или иначе поисковик. И если вы, повторяю, используете наш поисковик, то вы за это получаете дополнительные деньги. Далее, в 2012 году произошел ребрендинг компании, и она была переименована в Access Corporation. И фактически вот с этого периода начался ее очень сильный, стремительный взлет. И буквально в прошлом году компания выпустила на рынок целый ряд бизнес-услуг,
мобильных услуг. Некоторые из этих сервисов, о которых я буду сегодня говорить, находятся в тестовом режиме, некоторые уже работают. Во всяком случае, Стив Фреймер на недавнем своем выступлении в онлайне сообщил о том, что к моменту приезда в Россию будут работать основные уже сервисы, и я сегодня также об этом немножко вам расскажу. Ну и для того, чтобы мы с вами понимали, какого масштаба сегодня эта компания, я хочу просто обратить ваше внимание на следующие два момента. Сегодня компания имеет несколько офисов, то есть два ключевых офиса. Один из них находится в Силиконовой долине. Наверное, вы знаете, что такое Силиконовая долина. Мы там бывали, и на моем сайте есть фоторепортаж из этих мест. Вот хочу вам сказать, что компания Access Corporation поменяла уже второй офис в Силиконовой долине, и он находится как раз ровненько там, где сосредоточена сегодня вся, скажем так, интеллектуальная мощь планеты, не побоюсь этого такого высокого штиля, да, потому что действительно в этом месте находятся и Apple, и Facebook, и Yahoo, и Google, и IBM, и многие другие системы, о которых мы сегодня все знаем не понаслышке. И именно поэтому могу вам сообщить, напомнить, кто забыл, о том, что мы находимся в правильном месте, в правильное время. Почему? Потому что сегодня все деньги идут в интернет, сегодня все умы идут в интернет, сегодня все бизнесы идут в интернет. И, конечно, если мы хотим поучаствовать в разделении вот этого огромного пирога и получить какую-то свою долю, очень имеет смысл серьезно отнестись к этой возможности, потому что не каждая компания, преуспевающая в интернете, делится чем бы то ни было, с кем бы то ни было, да? Например, мы часто пользуемся услугами Google, и почему-то она нам не платит за то, что мы часто посещаем ее странички. Так вот, наша компания как раз отличается тем, что она предлагает самому широкому кругу людей реальные финансовые возможности. И это все не просто так, это все не случайно. И хочу вам напомнить, что, как я уже, собственно, говорила, индустрия интернет сегодня одна из самых перспективных индустрий, одна из самых высоко развивающихся, одна из самых стремительно развивающихся индустрий. И вы видите эти цифры, да, 1,5 триллиона долларов сегодня уже сосредоточила в себе эта индустрия. И на наших с вами глазах буквально за последние годы появились новые миллионеры, и появились они именно из этой индустрии, индустрии интернет. Поэтому могу вам сказать, что миллионеры есть сегодня и среди партнеров нашей компании. К сожалению, они пока еще не в России живут, но у нас такая возможность тоже будет пополнить их ряды. И вот, кстати, одна из таких личностей большой буквы – это очень серьезный лидер компании Анна Джанг. И опять же, мне посчастливилось быть с ней знакомыми. Мы встречались несколько раз, мы общаемся достаточно плотно с ней сейчас. Это совершенно уникальный человек, и фактически она ведет с собой огромное количество людей из самых разных стран. И те из нас, кто отслеживает маршруты сегодня компании, а именно ее конференции, то есть она постоянно, компания в составе, собственно, основного своего ядра постоянно проводит конференции, на которые собираются тысячи людей по всему миру. Это были азиатские конференции, целый ряд. Недавно вы обратили внимание, наверное, в офисе была информация о новой череде американских конференций и так далее. Так вот, сегодня очень много людей очень пристально наблюдают за тем, как развивается компания, но а те, кто умные, они не просто наблюдают, они участвуют в этом и, естественно, получают деньги, ради чего, собственно, мы с вами сегодня собрались. Я просто хочу вам сказать, что это абсолютно реальная ситуация и для нас с вами, для тех людей, кто живет в России. Ну и вот еще одна фотография, которая подтверждает мои слова о том, что мы достаточно плотно общались сами. Вот, и, конечно, очень много информации мы получили от нее, и я очень ей благодарна за то радушие, которое она нам оказала, за ту любовь, которую она проявила по отношению ко всем людям, которые вокруг нее оказывались. Это, конечно, удивительный совершенно человек, это отдельная тема. Я продолжу о
наши бизнес-возможности. Итак, в чем же, собственно, уникальность момента состоит? Ну, вы уже, наверное, поняли, в чем она состоит. Прежде всего в том, что мы имеем дело с индустрией в интернете. И наша компания, повторяю, занимается рекламой в интернете. И вы понимаете, что спрос на эту рекламу постоянно растет. И на сегодняшний день компания Access Corporation приближается к первым местам в мировом рейтинге по всем своим показателям. И, в общем-то, на глазах у нас всех последние годы продолжает происходить передел интернет-пространства, и происходит это очень все активно. Соответственно, серьезно растут доходы компании, и у нас есть уникальная возможность участвовать в ежедневном распределении общего дохода компании. Это как раз то самое, что отличает нашу компанию от абсолютного большинства. И суть этого отличия состоит в том, что компания готова делиться всеми своими доходами с теми людьми, кто хотел бы в этом поучаствовать. Ну и несколько слов хочу сказать о преимуществах нашей компании. Повторяю, компания не является компанией сетевого маркетинга. Те люди, кто думает, что это сетевая компания, очень серьезно заблуждаются. Официально было объявлено и много раз повторялось Стивом Реннером, хозяином компании, о том, что это компания технологическая, это компания, которая занимается рекламой в интернете, это компания, которая создает сервисы для тех, кто уже имеет какие-то свои бизнесы. Тем не менее, компания очень интересные возможности заработка, она использует самые эффективные методики, которые дают возможность людям, активно участвующим в процессе, действительно зарабатывать хорошие деньги и получать их ежедневно. И в чем преимущество, например, маркетинг-плана компании по сравнению с другими компаниями? Ну, во-первых, нет условий по товарообороту. Вообще, надо сказать, что мы имеем дело с виртуальными продуктами, с цифровыми продуктами. И, конечно, я думаю, это очень интересный момент для предпринимателей самых разных, так сказать, самого разного профиля, скажем так, потому что нам нет необходимости не открывать свои офисы, не открывать свои склады, не перевозить какие-то товары, то есть все наши товары находятся в интернете, это реклама, это сервисы, это то, что не имеет веса физического, но имеет колоссальный вес интеллектуально, скажем так. Никто не перекрывает доход снизу, то есть в нашей компании есть возможность создавать структуры, и в этом случае ваши доходы во много раз увеличиваются, я буду об этом чуть ниже говорить, и в отличие от компаний, которые работают с большим количеством людей, предположим, здесь никто не перекрывает доход снизу, и вы можете спокойно развиваться вне зависимости от того, какого уровня лидеры под вами находятся. Потому что возможности доходов компании реально не ограничены, и она начисляет деньги ежедневно, и эти деньги можно реально выводить. И это тоже очень важно, потому что мы знаем массу примеров, когда люди зарабатывают что-то в интернете, а потом не могут это что-то вывести. В нашем случае, слава богу, такой проблемы не существует, потому что у компании есть несколько сервисов, которые занимаются как раз выводом денег. Кроме всего прочего, каждый новый партнер получает свою карточку бесплатную от компании, на которую он может выводить деньги. Либо он может выводить их на любую другую визу, или мастер-карту, или на счет. То есть все эти вопросы абсолютно решены. И даже в те моменты, когда компания находилась под пристальным взором проверяющих, партнеры все равно получали деньги, и нет ни одного человека, который хотя бы цент недополучил за свою работу. И это, конечно, отрадный факт на фоне сегодняшних обстоятельств в мире, да, когда никто ни в чем не уверен. Поэтому, дорогие друзья, если мы рассматриваем эту возможность как возможность для серьезного заработка, то я всегда обращаю ваше внимание на то, что при регистрации имеет смысл выбирать правильный пакет. Что я понимаю под правильным пакетом? У нас есть несколько вариантов вступления в этот проект. Повторяю, это бизнес-проект. Это не просто какие-то инвестиции. Это возможность приобрести свою долю в компании. И в зависимости от размера этой доли вы будете получать ежедневные выплаты и будете иметь те привилегии, которые дают вам ваш пакет, то есть те уровни, которые в нем заложены. Поэтому я всегда настраиваю
серьезных людей на серьезные действия. Вообще я не вижу смысла заниматься переписью населения, как многие думают. Возможно, эта ситуация абсолютно не всем подходит. Она подходит, прежде всего, тем людям, которые интересуются технологиями интернет. Возможности, которые любят свободу, в том числе и передвижение, да, которые хотели бы не быть привязанным к одному месту, куда они должны ходить утром и приходить вечером. Да? Вот. Это, собственно говоря, бизнес будущего, который сегодня уже стал настоящим для очень многих людей, в том числе и для меня. Поэтому, когда мы говорим о пакетах, я говорю о том, что существует несколько пакетов эксклюзивного статуса, директорский, корпоративный пакет и так далее. То есть это директорский пакет, он стоит, видите, $2000, корпоративный 5000, и следующий пакет стоит 10 тысяч. Да, это невозможно для тех людей, кто считает последние копейки. Это возможно для тех людей, которые понимают, что они могут не просто превратить свои деньги в постоянно увеличивающиеся доходы, но и иметь серьезный кусок пирога вот в этом рекламном пространстве. Потому что, кстати говоря, Стив Ремер несколько раз повторял о том, что основные наши доходы идут именно от рекламы. То есть 90% наших доходов идут именно от рекламы. И в зависимости от того, с каким пакетом вы вступаете, какое долевое участие вы представляете в этом проекте, в зависимости от этого вы будете получать те или иные суммы. Почему лучше вступать с большими пакетами? Повторяю, потому что, собственно говоря, все здесь определяет ваше долевое участие. И это долевое участие и определяется ценностью вашего пакета. Ну, конечно, ваше долевое участие, оно постоянно может увеличиваться, потому что с привлечением новых партнеров оно увеличивается и с активным действием, по мере того, как вы начинаете активно действовать в этом бизнесе, ваша долевая, скажем так, ваша доля постоянно растет. Поэтому, конечно, надо подходить к этому как к серьезному бизнесу. И согласитесь, если бы вы захотели, предположим, открыть какой-то традиционный бизнес, то 2000 вы бы не обошлись. И 5000 вы бы тоже не обошлись. Вот. В данном случае компания абсолютно, так сказать, гарантирует, могу сказать, это то, что вы эти деньги не потеряете, потому что в любом случае она их возвращает, и существует определенный план, но возвращает она больше, чем вы вкладываете на развитие, создание своего бизнеса. Это тоже очень серьезный и приятный момент, согласитесь. Ну и вот сейчас я просто в таком блиц-варианте хочу вам показать некоторые слайды, из которых видно, что у нас достаточно много возможностей заработка. И первые свои деньги вы можете уже получать буквально на следующий день, если вы используете все возможности компании, под всеми возможностями, я понимаю, именно построение структуры, это продажа пакетов долевого участия, от которых вы имеете очень хорошие комиссионные. То есть это может быть и 5% комиссионные, 10% комиссионные, в зависимости от того, какого вы уровня, я имею в виду, какую долю вы сами компании представляете, да, то есть какого масштаба у вас пакет. Ну и по мере того, как растет ваша структура, растет ваш оборот, который складывается именно из вот этих самых пакетов долевого участия, вы получаете дополнительные бонусы, как вот, например, лаптоп бонус $400 и так далее. Достаточно сказать, что, например, когда я начала этот бизнес, а было это 2 года назад, буквально в первые 2-3 месяца я в несколько раз приумножила, скажем так, свои инвестиции в этот бизнес, получила абсолютно все бонусы, которые только можно было получить на тот момент, и вышла на уровень Blue Diamond. И хочу сказать, что действительно эта система работает очень серьезно. И вот сейчас вы видите на экране тоже слайд, который обозначает следующий ряд возможностей, а именно по мере того, как вы начинаете строить вашу группу, у вас появляются партнеры в разных уровнях. Вот у вас
первый уровень партнеров, видите, вы получаете с них 10%, второй уровень – это 3%, третий, там, дальше проценты, четвертый, пятый, шестой. Так, по мере вашего роста в этом бизнесе вы постоянно получаете все новые и новые проценты с оборотов ваших структур. И когда вы выходите уже на серьезные уровни, такие как Black Diamond Ambassador, то ваши выплаты начинаются абсолютно со всех поколений, и они составляют достаточно серьезные цифры, поверьте. Нам приходилось встречать людей, которые зарабатывают $1000 в день, и $2000 в день, и $3000 в день, и некоторых из таких людей я вам покажу сегодня на презентации. Но прежде чем говорить о том, что мы будем зарабатывать, давайте все же обозначим моменты, что необходимо делать для того, чтобы эти заработки иметь. Как правило, люди всегда спрашивают, а что делать надо, да, помните? Вот, так вот, самое потрясающее, что делать тут, конечно, надо, но не настолько много, насколько нам приходится делать по жизни за гораздо меньшие деньги. Ну и просто я перечислю все те необходимости, которые должны быть в наличии. Да? Ну, естественно, если вы зарегистрировались, предположим, то это означает, что вы проплатили так называемый консультантский набор, который стоит 59,95, и это плата, которая носится ежегодно. То есть это обычная плата, которая поддерживает ваше существование системы. Вы знаете, что практически во всех компаниях в интернете существует такая плата. Дальше, наличие ежемесячной автопокупки. То есть в зависимости от вашего уровня, вы можете настроить автопокупку небольшого пакета, который включает в себя разные базовые возможности, такие как внутреннюю валюту, возможность пользоваться доменом, хостингом, возможность пользоваться информацией и так далее. Вот. Так вот, эти самые автопокупочные ресурсы, скажем так, почему я говорю о том, что выгодно вступать с большими пакетами, они, как правило, первые месяцы заложены уже в эти пакеты, и вам нужно самому из кошелька их оплачивать. А уже дальше вы практически эти небольшие деньги, $10, $20, в зависимости от того, на каком уровне, вы их уже оплачиваете из тех денег, которые компания платит вам, то есть не из ваших собственных, не из ваших семейных бюджетов. Вот. И это просто ставится на режим автопокупки, и ежемесячная компания снимает с вас небольшую эту сумму, да, повторяя пользование сервисами. Далее, что важно? Важно, чтобы у вас была верифицирована ваша юридическая информация. Я уже говорила о том, что компания работает совершенно официально. Каждый человек, вне зависимости от того, в какой стране он живет, он заполняет определенные документы в режиме онлайн, специальную форму, которую компания потом верифицирует. Таким образом, ваша подлинная, скажем так, личность устанавливается. Вот, для того, чтобы вы могли получать все ваши вознаграждения и чтобы не было никаких сбоев в этом. Но вот, как вы заметили, вот эти все условия, это пока не работа. Да? Это то, что мы делаем один раз, устанавливаем все эти автопокупки и прочее, заполняем все эти данные ваши. То есть это не есть ваша работа. А что, собственно, представляет из себя работа? Работа до смешного проста, дорогие друзья. Достаточно просмотреть минимум 25 сайтов в сутки. То есть просмотреть их нужно, просто нажав кнопку на нашем сервисе, о котором я говорила, у нас есть ротатор. Вот, и там уже существуют сайты клиентов, которые раскручиваются в нашей системе. И, собственно говоря, за что мы получаем деньги? Мы получаем как раз те самые деньги, которые клиенты платят за рекламу компании. И в отличие от всех компаний, и в том числе и сетевых, наша компания платит нам от всего своего оборота. Не от оборота только вашей группы, которую вы создали или создадите, а от своего ежедневного товарооборота. И повторяю, сумма этих выплат зависит от того, насколько вы вступили с серьезным пакетом, то есть насколько велика ваша доля участия в этом проекте.
Ну и о чем я еще напоминаю, о том, что если вы начинаете пользоваться нашим поисковиком, а это имеет смысл сделать, то вы получаете просто еще дополнительные выплаты, хотя пользование поисковиком как таковым является условием. Хотя должна вам сказать, что раньше, до того момента, когда не было поисковика, достаточно было только 25 сайтов в сутки мы получали от оборота, вот именно трафика рекламного, а сейчас мы получаем еще поискового оборота. Поэтому я всегда рекомендую использовать все эти возможности, просматривать сайты и использовать поиски. Ну, я вам уже говорила, что вот в эти автопокупки включаются базовые моменты, с которыми связана любая деятельность в интернете. Кроме всего этого, кроме существующего маркетинг-плана, который предполагает продажу именно пакетов долевого участия, чего мы имеем все эти комиссионные, кроме этого, компания совсем недавно создала целый ряд новых цифровых продуктов. И среди них есть такие продукты, которые с успехом заменят существующие Skype, существующие всевозможные сервисы мобильные. И я сейчас несколько слов буквально о таких продуктах скажу вам. Но прежде всего надо отметить, что у нас уже буквально вот в апреле появляется свой YouChat. То есть это совершенно потрясающий продукт. Это мобильная услуга, которая включает и текст, и голос, и голосовые сообщения, и видеочат. И здесь можно разговаривать одновременно с несколькими людьми. Здесь могут быть и такие мини-конференции. То есть это совершенно уникальный сервис, который будет работать бесплатно. И, как сказал Стив Ривер, этот сервис будет нам доступен уже к моменту приезда компании 26 апреля на московскую конференцию. Поэтому мы сможем с вами отказаться от многих других сервисов, которыми многие из нас еще сегодня пользуются, в пользу этого сервиса, потому что нам всегда выгодно пользоваться своей продукцией, поскольку нам это приносит дополнительные деньги. Ну и, конечно, компания создает эти продукты для того, чтобы привлекать все больше и больше клиентов. И конечная цель этого привлечения – это все-таки увеличение трафика, потому что я еще раз обращаю ваше внимание, основные доходы идут именно от трафика, от рекламного трафика. И все продукты, которые компания создает, они предназначены именно для этого. Ну, говоря о новых продуктах, хочу вам сказать, что у нас уже есть мобильный, значит, сайт Builder, то есть каждый человек может создать у себя в мобильном устройстве сайт. Вот. И есть, называется это AccessMobile, и есть несколько вариантов этих конструкторов, этих сайтов, в зависимости от степени наворотенности, скажем так, самым основным вообще бесплатно, а потом вы видите деньги совсем небольшие. То есть это тоже очень удобный сервис, и каждый человек может иметь в своем мобильнике сайт. Кроме такого продукта, вы видите, что мы уже с вами достаточно долгое время, с момента моего приезда в Лас-Вегас, потому что именно там мне компания выделила вот этот самый Webcast Pro для работы с российской организацией. И вы видите, что он прекрасно работает, этот сервис, здесь можно показывать и видео, и слайды, и делиться браузером и так далее, и так далее, много разных функций, он будет еще развиваться дальше. Вот, у нас есть игровая платформа, что тоже очень важно, потому что многие люди, вы знаете, любят играть в игры. И, соответственно, в нашем случае, если вы начинаете играть в наши игры, а все смысл этого слова, то вы получаете новые и новые деньги. Ну, кстати говоря, о чате хочу еще раз напомнить, что кроме вот этого чата и того сервиса, через который мы с вами сейчас общаемся, Webcast, здесь есть еще вот в недрах Webcast еще один очень интересный сервис. Вот это видеооткрытки. То есть это WebGram, который также работает, вот, собственно говоря, совместно с этим сервисом Webcast. И вот вы видите открытку, которую я делала для своих подписчиков из Миннеаполиса, буквально место управления, и это очень удобный сервис. И хочу вам показать
создателя этого сервиса, то есть создателя веб-каста и веб-грамма, это вот этот человек, который стоит с нами на фотографии, это мы делали фотографию в Лас-Вегасе тоже. То эти ребята вот являются создателями этого замечательного сервиса. Поэтому, дорогие друзья, хочу вам сказать, что действительно очень много сейчас новых продуктов мы с вами увидим, в том числе целый ряд продуктов для бизнеса. Это такие продукты, как Access Local, это как, такие как Business Listy, это Access Local Events. Все это рекламные продукты для рекламы разного рода бизнеса. Это может быть страничка, где показана вся информация о вашем бизнесе, здесь могут быть видео, здесь могут быть и картинки, здесь могут быть и дислокации нашего бизнеса и так далее. То есть по сравнению, например, с той же рекламой, которую мы знаем сегодня в Яндекс.Директ или в Google AdWords, это гораздо более симпатичные рекламные страницы и гораздо более эффективные, потому что они представляют вашу бизнес с разных сторон, и действительно приятно видеть, когда вы в интернете представлены так вот красочно, грамотно и очень симпатично. Вот. Ну и тоже будут разные пакеты, и вот еще вариант events, то есть вы знаете, сейчас достаточно много бизнесов, которые занимаются организацией мероприятий, и тоже для них есть возможность прорекламироваться. Кроме этого, есть еще и так называемый Access Local Deals. Deals — это скидки, и мы как раз в Америке были достаточно долго, вы знаете, кто читает мои сайты. 3 месяца мы путешествовали, и вот как раз застали тот период, когда вся Америка находилась в предрождественских скидках, скажу так. Ну, почему я вспоминаю? Потому что как раз это та самая реклама, где есть, да, скидки, приглашения, специальные промоушены, которые тоже нужно использовать вот благодаря нашему новому виду рекламы. Ну и, конечно, не могу не напомнить вам о тех уже ставших для нас традиционных видах рекламы, таких как текст, то есть реклама текстовая, реклама сайтов, реклама баннерная и реклама мобильная. Это та реклама, которая у нас с успехом работает. Я лично раскручиваю все свои сайты, странички на наших сервисах. И что самое приятное, что нам не нужно за это платить деньги, потому что когда мы приобретаем наши пакеты, то доходит уже достаточно большое число так называемых рекламных ай-кредитов, то есть это наша внутренняя валюта, на которой мы, собственно, и раскручиваем эти все наши рекламные страницы. В отличие от тех людей, которые платят живые деньги в Яндекс.Директ, платят живые деньги в Google AdWords, и денег этих, в общем-то, требуется немало для того, чтобы развернуть серьезную рекламную кампанию в интернете. Поэтому наши возможности, они будут интересны для самого широкого круга людей, в том числе и для тех людей, у которых есть свои бизнесы, которые хотели бы их рекламировать в интернете, более эффективнее и с большей экономией. Я думаю, что это очень важный момент. Ну и, конечно, еще совершенно грандиозное отличие нашей системы от всего того, что мы сегодня знаем, заключается в том, что в настоящее время компания готовится к акционированию. И уже сегодня, на сегодняшний день, создан трастовый доверительный счет компании. И существует план по разделению капитала между участниками проекта. Наверное, вы знаете, что многие компании, скажем так, акционированные, например, вы знаете, что Google тоже компания, которая имеет свои акции. И, наверное, вы догадываетесь, сколько сегодня стоит одна акция Google, сколько она стоила 10 лет назад. Да? То есть, если она стоила порядка $50 раньше и $1000, как минимум сейчас, то вот такая разница. Вот. Представьте, что это может дать обладателю этих акций. Так вот, в нашем случае у нас есть возможность не только получить все те уникальные, скажем так, механизмы заработка, о которых я коротко вам рассказываю, но еще и стать перспективным акционером компании, потому что каждый из нас является выделенным участником. И на сегодняшний день есть человек, зовут его Дэйв Ларсон,
Этот человек является серьезным специалистом в области управления трастами, счетами, занимался он в крупных американских банках, так вот он сейчас этим же самым занимается в нашей системе. Его задача обеспечивать правильное распределение средств, и у нас уже существует этот трастный фонд, и должны им сказать, что компания набирает обороты ежегодно. То есть сейчас она совершенно стремительнейшим образом развивается. Могу привести конкретные цифры, которые приводил на прошлой неделе Стив Ремер. В частности, в 2012 году компания сделала оборот 100 миллионов долларов, и в этом году она выплатила, вот, собственно говоря, тем людям, кто является членами клуба учредителей, имеет отношение к будущему акционеру, она выплатила 1,5 миллиона, да? В 2013 году доход компании уже утроился, он составлял 300 миллионов долларов, соответственно, выплаты будут гораздо больше. И в 2014 году, в 2014 году цель компании сделать миллиард долларов продаж, и уже запланировано, что нам с вами будет выплачено, кроме всех остальных видов дохода, годовой вот этот бонус от 10 до 20 миллионов долларов. Все это будет распределено между участниками. Поэтому хочу заострить ваше внимание на том моменте, собственно говоря, каким же образом мы зарабатываем, каков источник наших заработков. И, как говорил Стив Рэллер, собственно, несколько позиций существует. Первое, основные заработки идут от продажи пакетов, это наши комиссионные, которые составляют достаточно большую сумму. Это может быть на следующий же день после вашего вступления, если вы начинаете работать, и 300 долларов, и 500, и больше. Второй источник наших доходов – это командные продажи, потому что в зависимости от того, какая у вас структура, какой уровень вы имеете, вы можете иметь очень серьезные доходы со своей командой. Поэтому я призываю вас не игнорировать эту тему, а строиться команда достаточно просто и быстро, если люди видят, что реально здесь платят деньги. Ну и третий момент – это как раз то, о чем я говорю, разделение прибыли, да? То есть мы с вами разделяем эту прибыль как от наших ежедневных продаж, то есть компания ежедневно разделяет свою прибыль между участниками, то есть 70% оборота она выплачивает ежедневно, плюс у нас есть вот такой вот серьезный проект, который разделяет еще и годовую прибыль компании, это касается тех людей, которые останутся членами клуба учредителей. И опять же повторяю, почему важно вступать серьезными пакетами, потому что с уровнем будет только при определенных условиях, которые обозначены в нашем бэк-офисе, каждый участник проекта может стать членом клуба учредителей. И в наших бэк-офисах есть специальная графа, где уже зачисляются деньги от ежегодных доходов компании. Повторяю, доходы эти растут стремительно. Даже за последние полгода нужно просто проанализировать, что выплаты ежедневно выросли в несколько раз. Я, например, говорю даже о себе и о многих своих партнерах. Вот. То есть это говорит о том, что компания действительно очень серьезно развивается. Ну и хочу вам напомнить, что это развитие, оно совершенно закономерно, потому что встав на ноги после всех проверок, компания начала очень широко вести информационную деятельность именно о своих возможностях и вести все конференции, о которых я рассказывала. Они лично для меня открыли совершенно новые возможности в этой теме. И даже, знаете, что происходит? Когда человек концентрируется на какой-то мысли, на какой-то идее, на каком-то деле, то он попадает в определенный поток. И вот в моем случае, что произошло, просто могу вам даже проиллюстрировать, потому что когда мы приехали на конференцию в Лас-Вегасе, мы провели там несколько дней прекрасных, после этого, по своей программе, мы поехали путешествовать с мужем, мы три недели провели на Гавайских островах, и потом я захожу в бэк-офис и вижу, что у нас планируется встреча в Лос-Анджелесе компании. И мы берем билет и едем в Лос-Анджелесе, встречаемся там опять с нашими руководителями, вот это уже встреча
модели Хилтон с опять Стивом Рэмером. И что вы думаете, после этой встречи у нас появилась совершенно уникальная возможность, то есть нам было предложено посетить офис компании в Миннеаполисе. А на всякий случай напомню, что в тот момент, когда в Лос-Анджелесе плюс 25 градусов тепла, соответственно, в Миннеаполисе было минус 25 градусов, тем не менее мы туда полетели. И это было совершенно потрясающие сутки, буквально мы провели там вот в офисе, в отеле и так далее. Вот совершенно потрясающий город, вот такие там интересные постройки, Skyway, это огромная такая территория города над городом, для того, чтобы люди не мерзли на морозе. Но самое главное не в этом, самое главное в том, что я там опять подчеркнула несколько очень таких разумных идей, как мне кажется. Например, вот такие плакаты висят в Америке. Возможно, вы уже выросли из своей работы, да, с той позиции, которой вы занимаетесь сегодня. Вот я все время на всех своих презентациях повторяю эту мысль, хочу, чтобы вы ее осознали. Каждый человек, он на протяжении своей жизни переходит на новые ступени своего развития. Это совершенно естественно, это совершенно нормально. Иногда будет стресс тех, кто рядом, ему приходится, скажем так, искать новое окружение. Иногда он застывает в каких-то периодах жизни. Но если у нас как-то не очень принято об этом. Это в Америке совершенно естественно, каждый человек стремится все дальше, каждый человек по мере своего развития стремится получить более выгодные возможности, все более эффективнее будет деятельность, и вот такой плакат я сфотографировала в этом самом SkyWay. Но это такое лирическое отступление, но тем не менее я хочу провести параллель с нашей компанией, вот вы видите, до того, как мы приехали в новый офис, она находилась в старом офисе, это было вчера, я пишу, да? И вы видите, это был просто офис номер такой-то. Но уже на тот момент, когда мы были приглашены в новый офис, это уже совершенно другая была ситуация. Это был замечательный офис по этому адресу. В очень серьезном офисном центре. Это огромная площадь, огромное количество светлых, больших помещений. Вот, кстати говоря, мы опять президентом компании. Это был предрождественский уже практически вечер, и я очень благодарна Богу, что он провел с нами достаточно много времени, хотя все люди в это время уже отдыхали со своими семьями. Вот. И мы провели в нашем офисе буквально с утра до вечера весь день, для того, чтобы просто насытиться эта атмосфера, почувствовать еще раз, насколько серьезный проект, с которым мы имеем дело. Вы видите сейчас один из, скажем так, фрагментов этого офиса, где на стенах висят разные флаги. То есть, повторяю, это не просто украшение стен, это флаги, которые символизируют те страны, которые уже находятся в проекте. И на всех мероприятиях мы видели людей из Японии, из Южной Кореи, из Америки, из Канады, из Китая, из Малайзии, из Гонконга, и из огромного количества стран. И только наша там еще коллега, поэтому, друзья мои, для нас с вами это совершенно уникальная возможность быть первыми на этом поле, как правильно сказал Фреймер недавно, обязательно найдет умный человек, который выстроить под собой весь этот рынок, это будет абсолютно правильно. Я надеюсь, что таким умным человеком станет кто-то из нас с вами. Ну и вот я просто ходила по этому офису, радовалась и фотографировала какие-то симпатичные уголки, потому что все это просто вот те самые места, где происходит серьезная очень работа, и вы видите, здесь можно посидеть, пообщаться, отдохнуть и перекусить вот такой вот замечательный домашний, можно сказать, ресторанчик, умный бар, умное место, где можно попить чай, кофе, переговорить. Здесь мы, собственно говоря, общались с нашими новыми друзьями, менеджерами компании. И вот одна из них, это девушка, которая занимается вопросами этики, авторского права. Вот этот слайд, он мне просто дорог, потому что я была поражена степенью скромности нашего Стива Рэмера. Это его рабочий кабинет, можете себе представить. Да, то есть это обычный рабочий кабинет, который находится в ряду всех остальных кабинетов этого помещения. Вот, и это просто говорит о том, что человек, который возглавляет нашу систему, нашу компанию и придумал этот уникальный проект, это человек из ряда вон
выходящий, в том смысле, что уникальная личность, которая концентрируется на внутренних ценностях, именно внешних каких-то фишках, да, которые часто затмевают взоры людям, и они забывают вообще, откуда что-то берется. Вот. В данном случае мы говорим о том, что чем дальше делаем, абсолютно не важны вот эти внешние, так сказать, приметы величия какого бы то ни было. Да, то есть это очень доступный человек, очень человечный, очень коммуникабельный. И я уверена, что те люди, кто побывают в Москве 26 апреля, отлично в этом убедиться, конечно, он сильно отличается от огромного количества руководителей, например, которых у меня в своей жизни доводилось видеть, и которыми доводилось общаться. Отличается, естественно, в очень и очень выгодную сторону. Ну, вот еще некоторые люди, вот это наш художник дизайнер, и сейчас наш сайт будет постоянно видоизменяться, то есть я уже видела те новые интерфейсы, которые скоро уже войдут в строй, он будет более красочным, он будет напоминать большую сеть, и, кстати говоря, социальную сеть. Кстати говоря, Асти Фреймер говорил о том, что вот кроме тех продуктов, о которых я вам рассказывала, у нас еще будет так называемый портал Access Friends, то есть бэк-офис превратится в социальную сеть, где будет лента новостей, где будет ваш профиль, где будут ваши друзья. То есть это совершенно уникальный проект, который как айсберг. То, что мы сегодня видим, это только верхушка айсберга. И второй момент, у нас будет еще свой Access Mail, то есть своя собственная внутренняя почта. Вот, то есть очень много интересных проектов, которые уже существуют, которые уже внедряются и которые находятся в тестовом режиме. Ну и вот такие вот очаровательные девушки работают в нашей русской поддержке. Вот эти люди, многие из вас уже знакомы, это наша Нелли, это наш Ник, с которым мы все время общаемся. Вот этот человек является главным финансистом компании, это очень серьезный специалист, в то же время вы видите, насколько приятно общаться с этой женщиной. Мы как раз сидели, пили кофе и обсуждали какие-то вопросы. Ну и вот еще некоторые, скажем так, закупки нашего замечательного офиса. И мне просто было очень приятно все это сфотографировать, вам сейчас показывать. И вот это, конечно, не могу молчать, да, вот это наш ник, это паренек, который прекрасно разбирается во всех нюансах нашего проекта и всегда может помочь вам, если вы позвонили в наш суппорт, в нашу поддержку. Вот. И все вопросы он всегда может разобраться, там, если они у вас возникли. Ну и вот мы сидели, разбирались с нашими новыми сервисами. И вот весь день 24 декабря, до самого вечера, мы провели в офисе нашей компании. Ну, еще раз хочу показать вам вот этот слайд, на котором вы видите наших руководителей. И вы видите справа директора по техническим вопросам. То есть это господин Сабаш, это человек, который пришел к нам из Yahoo. Должен вам сообщить, что сегодня очень серьезная тенденция наблюдается, такая как переход многих серьезных ключевых сотрудников из разных, не менее серьезных организаций, ну, таких как Yahoo, например, да, и некоторых других, к нам в компанию XX Corporation. Я думаю, вы понимаете, что это происходит не случайно, и что люди понимают масштаб, люди понимают стратегию, и люди понимают, насколько это может быть грандиозно для них, для их семей, для их будущей жизни. И этот проект сегодня привлекает все больше и больше участников, как изнутри, так и снаружи. Ну и вот перед Рождеством вечером мы вышли из нашего офиса, прошлись еще раз по столу в Неаполисе. И хочу вам еще напомнить о том, что благодаря нашему бизнесу вы можете работать абсолютно с любой точки планеты. Вот это я проводила свою презентацию с гавайского острова Кауи. И те, кто помнит этот момент, наверное, вспомнят эту фотографию.
И, дорогие друзья, вот все это я не устаю повторять каждую среду в 21 час по Москве. Я провожу для вас эти презентации с единственной целью рассказать вам и показать вам, что проект, который предлагает компания Access Corporation, он действительно уникален. И далеко не все мы с вами его понимаем в полной мере. Поэтому я очень вам рекомендую не откладывать на завтра то, что нужно сделать сегодня, потому что именно сегодня проект набирает силу. Именно сегодня фактически он начинает свое присутствие в России, то есть компания впервые приедет в Москву. И именно сегодня проект нуждается в том, чтобы о нем рассказали толковые люди другим толковым людям, да, потому что я думаю, что никто из нас не отказался бы быть долевым участником, скажем, проекта Google. Но Google не предлагает этих возможностей. Единственная компания, которая предлагает возможности долевым участникам, единственная компания, которая готова вам платить ежедневно, единственная компания, которая может обеспечить будущее вас, ваших детей и ваших внуков, это как раз бизнес с компанией Access Corporation, потому что то, что я видела, то, что я наблюдала, и люди, с которыми мы встречались, которые уже зарабатывают по несколько тысяч долларов в день, это, конечно, не просто информация, это информация, которая вызывает очень серьезные размышления, но я за то, чтобы эти размышления превратились в действия. И поэтому я желаю вам принятия правильных решений, обратитесь к тем людям, кто вас пригласил сегодня, разберитесь с этой темой. Вы можете здесь только приобрести, вы абсолютно здесь ничего не можете потерять, но приобрести здесь вы можете очень и очень много. Я благодарю вас всех за внимание, желаю вам хорошего вечера, и мы с вами встретимся через неделю, 21 час по Москве, в среду, в нашей веб-комнате, и будем продолжать разговор о возможности компании Access. Спасибо вам всем за внимание, с вами была Наталья Громова.